Всем привет! А мы по-прежнему на фантастическом мероприятии от Estate Fashion Week. И со мной замечательная певица. Меня, кстати, зовут Екатерина Безземельцева. И мы сейчас уже знаете... Как зовут меня? Меня зовут Даяна Брюд, если что. Очень приятно, Даяна, познакомиться. Расскажите, о чем сейчас была ваша песня? Как вам вообще это мероприятие? Вам тут нравится? Я уже второй год подряд выступаю на этой сцене. Конечно, мне это нравится и готова выступать снова и снова. Я вообще люблю петь. Для меня исполнение, исполнение живьем – это всегда большая радость. Тем более, когда я вижу отклик от людей, сидящих в зале, и все они поднимали руку, и со мной вместе взаимодействовали. Я хочу поздравить Estate Fashion Week, эту ювелирную неделю моды с 15-летием. Это, с одной стороны, дата маленькая, а с другой стороны, это огромная, огромная работа. Людей поздравить весь коллектив. И желаю, чтобы выше, лучше, мощнее. Чтобы все процветало, правильно? Мы тоже этого искренне хотим. Да, и это огромная площадка для творческих, талантливых людей, которые хотят показать свое творчество. Ведь показ длится всего там каких-то 10 минут, а люди над этим работают целый сезон. И это очень такая работа кропотливая, интересная, конечно, творческая. А песни мои легкие, рок-н-ролл, самбо на песке, самбо на песке. Это песня... у вас был курортный роман когда-нибудь? Я против этого. А, ну да, у вас, наверное, строгие правила. Ну, в общем-то, песня самбо на песке, наверное, о курортном романе, который вот был, встряхнул, а потом исчез. И когда девушка идет по этому... Да, по берегу этого же моря, но уже без молодого человека. Ну, бывает, что... На самом деле, песни позитивные, я очень люблю веселые песни, исполняю больше всего веселые песни, потому что... Веселые, танцевальные, правильно? То, что и нужно весной, в преддверии лета, правильно? Да, согласна, абсолютно. Просто многие люди поют для того, чтобы показать свои огромный диапазон, много-много октав, поют лирические песни, композиции. А я на этом фоне выигрываю со своими быстренькими хоп-хей-ла-ла-лей. Вы молодец, и сразу видно, что вы позитивный человек, и только таких песен мы от вас и ждем. Пожалуйста, оставайтесь с нами на шоу Women's. Да, с вами была Екатерина Безземельцева и... Даяна Брюд! Пока! Всем удачи, успехов!